Через несколько дней начнется новый учебный год. Многие родители и дети находятся в предвкушении, так как в этот раз обучение будет проходить в традиционном формате. Однако, как отразится на семейном бюджете подготовка к предстоящему учебному году? Ответ на этот вопрос искала наша съемочная группа. Гульбану Жалгасбаева несколько дней готовила дочь к первому классу. Она уже закупила все учебники и школьную форму. Говорит, что цена не слишком высокая, но вполне приличная. Ее дочь, которая впервые переступит порог школы, уже находится в радостном ожидании нового этапа своей жизни. Половину учебных товаров нам выдали на работе, остальное мы сами закупили в местных гипермаркетах. Не сказала бы, что цены прям дорогие, вполне доступные. А что касается азбуки, то ее нам выдадут в школе. Однако многих родителей цены на товары не устраивают. Одни утверждают, что учебники вполне доступны, другие же считают их слишком дорогими. Только на канцелярские и другие принадлежности ушло порядком 22 тысяч тенге. Я уже не говорю о школьной форме. Пришлось потратить более 150 тысяч тенге на двоих детей. Одна учится в нулевом классе, старший посещает четвертый класс. Для нас, простых людей, такие цены очень дорого. И все же наступает сентябрь, начинается осень, все ученики стекаются в школу. Ведь обучение возвращается в традиционный формат, и дети смогут снова встретиться со своими одноклассниками и учителями. Ну, во-первых, я очень рада, что мы наконец-то вернемся в школу, потому что я считаю, что традиционное обучение никак не заменить дистанционным обучением. Тем более во время онлайн-учебы у нас возникло много проблем касательно дисциплины, можно сказать. Поэтому я думаю, это очень хорошо, что мы наконец-то вернемся в традиционный формат обучения. Так как мы учились порядка 2 лет в дистанционном формате, мы сильно соскучились по школе. Правда, я уже привыкла к офлайн учебе, но все же рада, что мы возвращаемся к традиционному обучению. Стоит отметить, что книги раздаются ученикам из школьного фонда. На обеспечение детей учебниками выделено 1 миллиард 700 миллионов тенге. Жасан Жалваков, Медет Кудайбергенов, телеканал Актобе.